Здравствуйте, уважаемые любители хоккея, добро пожаловать в подмосковный Подольск. Тихонов с разворота бросает Лисутин. Ну, главный герой первого периода. Застали Витязь. Ух ты! Вот это да! Пожарили Слета. Вот давайте посмотрим, как Слета Панарин попадает по шайбе и как Лисутин успевает среагировать на этот брак. Начался второй период. Пока 0-0. Посмотрим, смогут ли армейцы все-таки свое преимущество воплотить. Хороший момент и шайба ворота. Томми Мортенсен пробивает такие Ивана Лисутина. Всего лишь 21 секунду сыграли команды после возобновления игры. Ну и Романченко записывает на свой счет результативную передачу. Вот 10 секунд до выхода пятого игрока. Витязь держится. Тяжело команде Юрия Леонова, но держится Витязь. Не проходит передача. На Мортенсена делал опасно. Вот опасно. Сутин вновь. Закончился со счетом 4-0. Ковальчук. Ковальчук. Хорошая передача. Бросок. Шайба попадает в каркас ворота и рикошетит в сетку за воротами. Заградительную сетку. Калинин был близок, потому что был удвоить точный счет. В результате пришлось таким образом продолжать атаку, которая в итоге продолжения-то и не имел. Там кого-либо из партнеров. Витязь атакует. Шаров смещается и покатил на смену. Международное место. Средства пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. Для этого нужно отправить СМС-сообщение со словом «Вместе» на короткий номер 4447. Максимальная стоимость сообщения 50 рублей. Уходил в раздевалку после столкновения с Паникоровским. Но, слава богу, все обошлось. Торосен, Черенко, Ковальчук, Ковальчук смещается в круг, бросание и бросает точно в дальний угол ворот. Иван Лисутин был закрыт игроками и реализует численное большинство гости Илья Ковальчук. Неудачным был для Ильи прошлый матч, что не смог он отличиться, зато команда выиграет. Передачу сделал. 4-4 на пол играет в вертане команды. Хорошая передача.
штрафные броски будем мы с вами наблюдать. Ну и в очередь группа поддержки армейской команды воодушевилась. Ковальчук против Кисутина, бросок, гол! Илья Ковальчук забивает. Использует свою попытку. Тоже бросок на точность. Ну и чем ответит